А! Есть, я вовнутрь. Вот это была хорошая тактика, ребята. Только как... Ах ты, ё-май! Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Здорово! Сегодня у нас очень классная рубрика, которая вам всем нравится. Аниматроники гоняются за нами в пиццерии FNAF 1. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем убегать. Ну что, ребята, для начала поставил штук 6. Поехали! Ого, они звуки издают. И в конце ролика мы посмотрим, кто больше всех умер, тот лох. Ой, нет, тот плохой. Но если, ребята, вам понравится наша серия, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. Спанч Боб загнулся. А как он меня догнал? Он же вроде не так быстро бегает. Так, Серега, знаю одну очень классную тактику. Надо бежать вовнутрь, и тогда они тебя не смогут достать среди столов. Ну а, ребята, в конце ролика мы поставим очень много марионеток, которые нам сделают просто всем очень весело и немножечко больно. Так, а я вот не помню, аниматроники могут двери открывать или нет? Я удалил несколько дверей, чтобы... Понял, понял. Правильно, правильно, Серега. Потому что... Давай я удалю. Искусственный интеллект... О! Ну, туповастенький. Хорошо, понял тебя. Опа, я успел выпрыгнуть. Так, они что-то ходят, а за нами не бегают. Хорошо, ребята, это была разминка. Вторая волна будет намного жестче. Так, теперь ставлю Five Nights at Freddy's обыкновенных. 2, 3, 4, 5. Тогда я улечу, я знаю, что они могут мне сделать очень больно, и... О, Голден бежит. Они очень, кстати, быстро бегают, ребята, очень быстро. Не, кто может быстро, так это только Фоксен. Сейчас мы их поставим, не ссы. Так, это не за мной, это мим... А зачем ты на меня его натравливаешь? Ах ты хитрый. Это, Серега, ты бегаешь? Нет. Это не ты. Я собаки ному управляю. Громит? Да. О, Фокси застрял. Кстати, Фокси вроде и не так уже быстро и бегает, как кажется. Ух ты, это было рядом. Они тебя сейчас с разных сторон, Дима, будут это обходить. Нельзя меня обходить с разных сторон. Да ну запрыгивай! Ё-моё, так же я обосраться могу. Да блин, Дима. Я с прыжком Ctrl нажимаю, оно не прыгает на автомобиле. Бонни, чё да. Ящик, так, я буду стекла бить, чтобы запрыгивать в пиццерию. Кстати, хорошая здесь нычка. Когда они зайдут, я смогу выпрыгнуть и убежать. С других сторон, это, обойдут пиццерию с других сторон, замочить тебя. Так. О, чика, чика, чика. Спелая клубника. А я пока место тут стою, красиво, на нычечке стою. Все предметы... О, кто-то был в раздевалке. Фокс-киллер. Нагадил опять там, да? Так, вижу, что они не так уж сильно убивают нас, да? Надо больше ставить? Давай еще штук 5. Так, ребята, я знаю, что надо сделать. Надо очистить карту. А вот теперь, вы готовьтесь, машин нету, а то позалазили на машины, ты смотри, грамотеи. Ребята, сейчас будет очень жестко, потому что мы поставим... Вот кого мы поставим. Чисто Фредюшкина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 аниматроников. Да 10 штук всего, но это же не так уж и много. Побежали. Хотя за их скорость можно даже быстренько смотаться. Ран, Вася, ран. Не оставь шанса аниматроникам. О, кто-то на крыше. Я бегу на крышу. Серега, че тут тебя не наблюдаю? Вот ты, вот ты, вот. Здорово. Давай, а че ты ко мне их ведешь? За собой веди. Мне не надо эти вонючие аниматроники. Я хочу жить, как и ты. Они что, не залазят в здание? Жирная жопа у них или что? Через парадный вход лучше, мне кажется. Понял, понял. Я иду на крышу, Сережка. На крыше очень классно. Эй, они застреют! Да! Что-то плохо, хорошо. А что сразу ждать? Давайте сразу марионеток буду добавлять. Просто их буду ставить партиями. Раз, два, три. Три марионетки. И все сразу побежали вовнутрь. Пацаны, кто на крыше? Давайте, до свидания. Вам не песня. Ага. Давайте, давайте, сливайтесь. Так, так, так. Знаешь, что бегают три марионетки, можно всегда успеть слиться. Они, походу, все за мной бегут. Да? Да. А чё она тут застр...
Ага, они на ступеньках позастряли. Давайте им поможем выбраться. Давай. Эй, марионетки, вы чё застряете? Эй! Парочку наверху заспавните. Они застряли здесь. Это очень странно. Хорошо, давайте поставим. Раз, два, три, тикай, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Всего-навсего 20 штук. А чё так много? А я не знаю, просто... Ты псих? А что, тебе жалко 20 штук заспавнить? Беги, беги. Так надо убить. Так что ты стол? Это что-то с чуваком столкнулись в лоб-лоб на улице. Блин, это было жестко. Я пока что ни один раз не сдох. Эй, надо это исправить, сейчас я... Сейчас стоите, да конечно. Так, задрали эти... Я умер. А, только сказал, что не умер. Она за мной, помогите! А их двое! Ребята, как убежать от марионеток, скажите или напишите в комментариях. Самый лучший способ — это разгонять их резко вдруг. Да что ж такое? Блин, я так пугаюсь их. Дядя Дима, ты делаешь? А как правильно? Покажи, давай, дед, я буду с тобой смотреть, как ты умираешь. Вот я, давай. Знаешь, как это, вот эти вот быков. Да ну скажи этой твари по паре. Ну блин, она меня убивает, Серега. А, я сдох. Серега, твоя тактика не рабочая. Ты ее неправильно придерживаешься. Не-не-не, рабочая, я просто это неправильно сделал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это очень было близко. Давайте проверим, если просто бежать прямо, что будет? Она тебя догоняет. Да ты хоть не говори мне такие слова. Нет, она наравне со мной бежит, тупо наравне. А что ж ты сзади мне? Серега, ты меня блокируешь. На тебе марионетку, на тебе марионетку. Да блин, ну что ты? Она только на тебя агрится. Да скажи ей, что не надо на меня агриться. Так, мы сейчас еще добавим. Алиоп. О! А, лимит. Ребята, сейчас мы расшарим лимит. NPC-шек. Слушайте, а мне, в принципе, нормально. А, нет, нормально. Ты псих, Дима. 54 NPC-аниматроников. Ребята, хотели веселье? Держите вам веселье. А я бегу. 54 аниматроника бегут. Димон. Да что вы, пацаны, это же весело. Серега, смотри, там сзади. Да это чуть-чуть я сделал так, что было весело. Ну что вы? Да ну, Серега, ну не говори. Ах ты, тварь, зарезала меня. Карма тебе за то, что ты столько аниматроников. А я чуть-чуть поставил, а ты вот это злись. Орешь на меня сразу. Так. Застрею, да, я вижу? Они хотят 50 человек сразу в одну дверь зайти. Жизненно. Это черная пятница. Ты что, жесть? Фух, Димон, спасайте. Вот это трындец, что творится. Я убегаю пока, месть очень долго. У меня получается. Да ёб! за мной, марионетки. Полная марионетка из ниоткуда, из спины взялась, блин, это у меня. Ах ты, блин, это ждать поцеловать аниматроника. Короче, знаете, что я сейчас сделаю? Я поставлю... Ой, сейчас, подождите, не то оружие взял. Я сейчас поставлю 54 марионетки. Ну нафиг, я тебе как... Убегайте, убегайте, пацаны, убегайте. 54. Ребята, как вы любите их? 54 анима... Все, лимит сработал. Отлично. Вы как хотите, я подбал. Ребята, засчитываем время, за сколько секунд я умру. Ах ты, это было рядом. 2, 3, 4, 5, 6. Серега, я живой, я живой. 8, 9, 10, 11, 12. Да всего 4 марионетки бежит. Не, Серега, можешь не считать. 15, я живой. Ай, ладно, я с ними буду. 17, 18. Можешь не считать. Я пока мисс этот делаю правильную тактику. Ребята, самая лучшая тактика — это бегать по кругу в пиццерии. Это самое лучшее, что можно придумать. Сейчас накаркаешь. И да, умрешь. Не, я не умру. Я не умру, я не умру. Там не 15, там точно где-то штук 20-30 за тобой бегают, Дим. Да? Целая толпучка.
Ого! Ребята, что делать? Вот это жесть, помогите! Кто-нибудь, помогите! Серега, а ты где? А ты где, Сережечка? Так выходи на улицу, секунд вонючий. Я на улице. А где ты? Я тебя не вижу. Не видишь? Да, давай возле входа центрального, не хочешь встретиться? Да нифиг делать, давай. Давай, иди сюда. Я тебя не вижу. Вот он, блин, я. А что на меня-то? На, Серега, тебе. Парочку штук тебе сейчас приведу. Они все равно, они за, на тебя за. Да скажи им, что не надо за мной, пожалуйста, надо, Серега. Да ёлла-манелла! О, за мной никто, смотрите. И нема даже скримера на лице. Пока мисс просто... Ах ты, тварь вонючая, опять прицепилась. Что, она по мою душу? Да нет, пожалуйста, помогите. Ого, вот это и фигачат. Вот это жесть. Ну ничего, ничего. Чё там, пацаны, сливаетесь? Нет. А чё? Я живой. Они убиваются, Серега, или нет? Проверят админским пистолетом. Так, сейчас. Вон троечка бежит за Димасом. Я не могу просто ружку взять, они просто бегут за мной. Эй-эй. Чё-то я не вижу, чтобы они умирали. Извиняюсь, обстоятельства. Да слышь, отстаньте от меня. Серега, они не умирают, да, походу, от админского пистолета? Я не могу найти, все марионетки пропали. Да как пропали, он за мной бегают. Они внутри, там, где проход кверху. А! Есть, я вовнутрь. Вот это была хорошая тактика, ребята. Только как... Ах ты, ё-май! Ух, вот это я обосрался. Этим, они бессмертные. Эти марионетка. Так что, ребята... Надо аннигилировать эту карту. Давай, хочешь аннигилируй? Я сейчас уже, я там уже поставил. Давай. Покажи, на что ты способен. Ой-ой-ой. А это не поможет, Серега. Сейчас я покажу ребятам, что поможет. Ого, что творится, ребята. Да как? Как выжить? Вот это мясо. Все, я вам, пацаны, помог. Они бессмертные. Не, я всех убил. Так, нажимаем тап и смотрим, кто больше всех умер. Семка победил, а Макс Киллер проиграл. А мы с Серегой, в принципе, наравне. Я чуть-чуть больше раз. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТок. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, твой выход.